Спасибо тебе. Вон и сынычка там вышла. Не видно этих кассе. А, вон там вон они. Их там они приплыли туда, где кормят. Вон они. Они такие шустрые, что уже. Кстати, ну лебедей тут не виден. Хотя тут были лебеди когда-то. А на том малом канале, ну ты видел около Збышка, не? Сколько там этих лебедей? Ну, четыре, вернее, ну алы. Вода есть, там и качек много, и этих мошки атакуют. Важно, чтобы тебя не покусали. Вот такие вот дела. Эти стаями летают от одного дерева к другому. С какой целью? Может, объедают? Не, они потом куда-то улетают, я знаю. Смотри. Все. Смотри, сколько их. Смотри, смотри. Я говорю, всегда, когда ты выйдешь на пруд, всегда что-то интересное снимешь. Угу. Вот, например, это. Лучше эти мошки, комары. Дайте поснимать спокойно, эй, твари. Ну давайте еще покружитесь. Куда-то еще они крахали на дерево, вот это они и были все. Сейчас они сели и оттащили. Покружились и что, страшно устали? Они, видно, готовятся к перелету. Ну, какой опасен от этих уток. Где он? Сгубил он.
Вот вы старцы, взять все вот так, сделать вид, что бросаю, что приплыву. Но я не хочу их обманывать лишний раз. Может, там их действительно кто-то покормит, а не. Я буду тут удавать. Тебя не кусают? Ох, этот Ведель. Вообще, ну он тут уже кучу лет, может еще с начала прошлого столетия, но я говорю, такие предприятия обычно надо выносить по жилой массив. Ну как не строится, сама знаешь, сколько в Варшаве стоит эта площадь, если около нас и около мамы. Ну, ты знаешь, как бы тут не было красиво, но здесь комарня заедает. Да, но это не всегда, но еще обрати внимание, комаров еще хватает и мошек. Хотя уже 22 октября. Ну, от воскресенья, вроде говорят, похолодание будет. Ну, до 10. А если бы ты что припомнишь, Леня, что воскресенье время меняется, что все будет в это. Ну, понятно. Ну, ладно. Я ждал на их второй взлет, но их... Поснимаем чуть-чуть качек. Они так парами плавают, не? Одна сам, ну как бы самец. Дерево. Видишь, одна типа самка и самец, самка и самец, да, типа. И так и плавают. Вот это только поединчик. Впереди плывет разведчик. Я смотрю, думаю, что такое белое это в воде? Это ноги чьи-то там. Ноги этого мужика чебаб. Белые такие, как это, шеи лебедя. Ну что выглядит, да? Как шеи лебедя. Ну и что вы тут сели? Главное, они залезли на деревце, типа посушиться. Хотя нужно ли им сушиться? Может, они любовью занимаются, ну так. Ну где рядом сидят, как ну, шутят? Может, там быть жопу. Кстати, он ее дёбан, слышишь? А? Зобость. Он ее дёбает, как бы. Ну, дёбает. Вычищает, так, внимание правильное. Где ты их потерял?
Ну, добро. Пока вам. Ну, вот смотри, тут вылез. На что это она стала? На дерево. И эти поплыли. А там что, парусечки вон там далеко? Сейчас посмотрим. Я тоже обратил внимание, но у меня тогда был не тот телефон. Что это, смотри. Иди сюда, посмотри. Ты не будешь ближе стоять? Ты меня не толкай. Ну, парусники детские. Детские? Ну, добро. Тут же на прокатке было.